Здравствуйте, уважаемые телезрители, с вами рубрика «Афиша». Представляем вашему вниманию новости культурной жизни курортного района на предстоящую неделю. Отдыхаем интересно и будьте всегда в курсе событий. Кинотеатр «Курортный» на площади Свободы, дом 1, покажет для вас новинку проката – российскую семейную комедию «Супербобровы. Народные мстители». Это уже второй фильм про семейство Бобровых, наделенных супергеройскими способностями после прилета метеорита. На этот раз действие забавной комедии разворачивается в Таиланде, где главные герои работают в цирке Шапито. Но им не нравится быть цирковыми обезьянками. И снова скандалы. И как нерадивые родственники снова становятся супергероями и справляются со злодеями, вы узнаете, посмотрев фильм в кинотеатре. Категория 12+. И приятного просмотра. Пространство комфортного чтения «Место под солнцем» и библиотека имени Михаила Зощенко 23 октября в 16 часов приглашают всех желающих в возрасте от 16 лет на дискуссионную площадку «Место сомнению», «Блогосфера» и «Общество. Кто кем управляет?». Что такое социальные сети? Нужно ли всем стремиться стать блогером? Тотальная слежка за населением? Или это просто общение? Или удобный поисковик для спецслужб? Приходите поразмышлять вместе на эту тему. Вход свободный, но место встречи – Токарева, дом 7. А на следующий день, 24 октября, библиотека имени Михаила Зощенко приглашает на концерт народного хора ветеранов «Поющие сердца», который посвящен Дню добра и уважения. Как молоды мы были. Начало концерта в 13 часов. На протяжении своего пути хор ветеранов развивают традиции народного творчества. Они помнят победы и поражения, горе и радость. Они поют сердцем. Их душевное тепло не оставит равнодушным зрителя. Приходите, вход свободный, категория 12+. 27 октября в 14 часов в Зеленогорской библиотеке по адресу проспекта Ленина, дом 25, состоится открытие 25-й ежегодной выставки зеленогорских художников «Осенний вернисаж». Это достаточно крупная выставка, где авторы покажут свои свежие произведения. Это живопись, графика, скульптура и многое другое. А у вас появится прекрасная возможность насладиться свежими произведениями. По традиции, эта выставка будет проходить достаточно тепло и не ограничена никакой тематикой. Не исключены мастер-классы. Эта выставка не только галерея картин, но и прекрасная возможность пообщаться с авторами работ. Приходите за сочными и яркими впечатлениями, ведь вход свободный. В этот же день, 27 октября в 17 часов, Зеленогорская библиотека приглашает провести вечер с Зощенко. Вы увидите театральные зарисовки участников творческой группы Бориса Бирмана. Виртуальная экскурсия «Зощенко в Сестрорецке». Сама мастерская актера и режиссера Бориса Бирмана существует уже как год на базе Центральной библиотеки имени Михаила Зощенко. За это время ученики достигли хороших результатов. Приходите оценить их творчество. Категория 12+. А у нас все. С вами была рубрика «Афиша» и я, ее ведущая Ольга Леницкая. До встречи через неделю. Пока-пока.